Друзья, вашему вниманию предоставляется канал Антона Марчука. Парень снимал спортивные видео в Азии, делает тренажеры из подручных средств и готов поделиться с вами личной программой тренировок. Заходите на канал, смотрите, подписывайтесь. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать штангу и гантели из подручных средств в домашних условиях. Поехали! Для начала мы должны найти довольно толстую палку и измерить ее. Потом отметить середину этой палки и, естественно, отрезать. Ровно. Следующим действием мы должны найти на улице 4 кирпича. Желательно, чтобы они были с такими дырками. Они не сквозные, но дырки есть, будет легче работать. Потом возьмите у бати сверло, оно должно быть примерно вот таким толстым. И вам нужно будет просверлить вот там дырку посередине, чтобы она подходила под нашу палку. Толщина палки должна у вас быть такая, какую вы взяли, да? У нас будут разные. Так что поехали. Один кирпич готов, я уже вспотел как собака. Короче, осталось еще 3 кирпича. Нужно в 3 кирпичах дырки просверлить. Погнали. Прикалить не хочешь сверлиться со всей дури, да я влюблен, не сверлится. Ни капельки вообще. Вставляю, короче, победитовое сверло, потому что что-то это не хочет сверлить. Пробуем теперь снова с другим сверлом. Как же так может быть вообще? И другой кирпич, короче, не сверлится. Непонятно, что такое. Это очень странно, короче, у меня в хате уже такой вонь воняет, короче, копченый прям. Вот, пробуем обычный кирпич, у меня еще есть обычный, без дырок, может он пойдет. Просто копчит почему-то, непонятно, он не сверлит. Короче, пошло оно все нафиг, ребят, с меня уже под градом просто течет. Сейчас все сделаем по-быстрому. Как же меня все задолбало. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. А теперь мы реально сделаем гантели за пару минут. Поехали. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Друзья, смотрите, что вам нужно сделать, чтобы было надежно. Вам нужно намотать много слоев именно вокруг вот этого, то есть вот так. Чтобы эта палка не шевелилась. Смотрите. Таким вот образом. Короче, вот так. Ну, я намотал, смотрите. Уже не шевелится намертво. Скотч всему голова. Но это не точно. Но смотрите, что получилось. 2 огромные плюхи, килограмм по 8. Они, конечно, довольно неудобные, но заниматься можно. На горе. Друзья, самое интересное, как сделать штангу за 1 секунду. Берем вот такую длинную палку, прикладываем вот так. Вот вам и штанга. Так, кстати, даже гораздо удобнее поднимать их, потому что они на одном уровне идут. Но никто вам не мешает, опять же, эту длинную палку примотать к вашим гантелям, и получится у вас штанга. Скотч всему голова. Мне кажется, этот видос больше получился юмористический, чем обучающий, да? Блин, но вспотел я как будто обучающий. А так, друзья, надеюсь, вам понравился этот видос. Делайте такие гантельки, хоть что-то будет у вас. Заниматься можно, поверьте. А так, поставьте лайк этому видео. Хоть не все идеально пошло, но лайк надо, потому что я старался. Видите, потный весь, как лошадь. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов. И не пишет про них интернет.